День физкультурника – это праздник спорта, объединяющий людей разного возраста, профессий и взглядов. В социально-культурном центре города Крымска чествовали спортсменов, тренеров и работников этой сферы. Всех тех, кто многие годы вкладывал душу в дело своей жизни, пропагандируя спорт и здоровый образ жизни в Крымском районе. Бойко Лилия Александровна. В малом зале собрались ветераны спорта, работники спортивных школ, преподаватели физического воспитания, спортивные инструкторы, спортсмены и все те, кто любит спорт. Поздравить виновников торжества пришли почетные гости. От имени главы муниципального образования Крымский район позвольте мне вас поздравить с таким замечательным праздником – Днем физкультурника. Очевидно, что развитие физической культуры, массового спорта – это залог здорового общества. Наш район славится своими спортивными традициями, которые сегодня хранят ветераны спортивного движения, за что вам, уважаемые ветераны, огромная благодарность. В спортивных учреждениях нашего района успешно развивается 22 вида спорта. Среди них футбол, волейбол, борьба, легкая атлетика. Это одни из первых спортивных направлений, которые появились с момента образования нашего района. В праздничной обстановке физкультурникам вручили награды и памятные подарки. В этот день в адрес спортсменов и тренеров звучали теплые слова благодарности за их труд, терпение и волю к победе. Работники, учителя физкультуры, дорогие ребята, спортсмены, прошите мне от Совета муниципального образования Крымского района, от исполкома партии «Единая Россия» поздравить вас с замечательным праздником. Праздником вашего труда. А труд спортсмена – это очень трудный спорт, потому что я сам занимался и знаю, что такое. Я от всего сердца поздравляю вас и желаю вам новых творческих побед. За весомый вклад в развитие физической культуры на территории муниципалитета наградили и ветеранов спорта Крымского района. Приятно осознавать, что занятия спортом сегодня становятся нормой жизни крымчан. Телерадиокомпания «Крымский экран» также поздравляет всех тех, кто связал свою жизнь со спортом и физкультурой. Желаем вам, чтобы в вашей жизни было как можно меньше падений и больше взлетов.